12 января в России отмечают День работника прокуратуры. Праздник правоохранительного института, существующего еще со времен Петра I. Дата выбрана не случайно. В 1722 году император Петр Великий подписал указ об учреждении должности генерал-прокурора. Так был создан Институт российской прокуратуры. Перед новым ведомством была поставлена задача пресекать неправосудие, взятничество и беззаконие. В частности, прокуратуре поручили контролировать финансовую отчетность и ведомости коллегий. В настоящее время в Фурмановской межрайпрокуратуре работает 10 оперативных сотрудников, которые ведут соответствующую надзорную деятельность на территории нашего муниципалитета. Фурмановская межрайная прокуратура активно осуществляет надзорные полномочия, использует представленные полномочия с целью обеспечения законности на территории Фурманского муниципального района. Так, за 2022 год было выявлено более 3000 нарушений закона, в связи с чем были приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение. За допущенные нарушения привлечено к ответственности более 700 лиц, в том числе как административной, дисциплинарной ответственности. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования были защищены права более 200 граждан. Акцент в работе сделан в основном на защите социальных прав граждан, на получение жилья, на получение всех предусмотренных законодательством льгот, лекарств, получение заработной платы и так далее. В общем, речь идет о социальных правах. Благодаря координирующей роли прокурора на территории Фурманского района в 2022 году удалось добиться повышения эффективности, раскрываемости преступлений, совершенных в городе Фурманов и в Фурманском районе. Тем не менее, в последующем мы полагаем, что продолжится работа на данном направлении. Акцент также будет сделан на защите социальных прав граждан. Безусловно, продолжится работа по ориентированию правоохранительных органов по выявлению преступлений коррупционной направленности и иных должностных преступлений. Ну и, безусловно, в приоритете, как я уже отметил выше, это социальные права граждан. Пользуясь случаем, поздравляю ветеранов прокуратуры, именно Фурманской межрайонной прокуратуры, а также своих коллег с профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья и благополучия.